Ну что ж, Ариару, мои маленькие любители, покушать, и мы продолжаем играть в такую увлекательную игрушку, как Римба. Спиди, ты можешь лечить ее? Потому что, мне кажется, она через час умрет. Если бы я не начал Спиди ее лечить, она бы умерла. Она и так умерла, долбанный Спиди. Возвращаемся к тому, что мы исследуем пещеры на наличие полезных ископаемых. Таким вот образом нам удастся исследовать большую часть скалы. Я думаю, у нас наши поселенцы могут пойти копать, если у них будет возможность это делать. Пока я не вижу им другой перспективы, чтобы делать что-то. Наши стратегические запасы стали уже на исходе. Охуеть, неожиданно. Компоненты мы ставим на стоп, пока не найдем больше стали. Давайте здесь сейчас построим из мебели кресло себе комфортное сюда. Был построен мной сканер минерала дальнего действия. И сейчас попробуем перпела. Значит, его сканировать, посмотреть, как это вообще происходит. Все, типа, ты выполнил сканирование, просканировал. Я нашел еще залежи деталей, охренеть. Я нашел метеорит из стали, то есть дофига копать на самом деле. Где пожар? Блин. А, бзы теперь зашел, у нас вся электроэнергия субподхвост. Прикольно. Угу. Шикарно. Лучше не бывает. Сломалась наша ветряной генератор из-за того, что он горел. Насекомые под водой. Неожиданно. Такой хуйни я вообще не ожидал. Давайте вы закончите, пожалуйста. Спасибо. И я не знаю, что с ними делать. Стали я вижу много. Только ее никто переносить не хочет. По непонятной причине. Давайте пока продолжим исследование. И пусть делаются компоненты. Перебил, я вижу, ты сейчас исследуешь, да? Ты сканируй, пожалуйста. Я не понимаю, как это работает, серьезно. Железо дофига нашел. Ну и урана. Вот железо, там железо, тут железо. Суки и паки у нас на удивление изучились. Замечательно, давайте ударимся в изучение тяжелых турелей, чтобы увеличить нашу продуктивность. В плане обороны. А также попробую небольшую такую хитрость. Все-таки я планирую забаррикадировать эту хрень. А, нет, лучше нет, лучше не так. Лучше хотя бы один вход здесь оставить и сделать тут дверь вместо стены сплошной. Также планирую сделать небольшую хитрость в плане того, что укрепить немножечко. А, я не могу укрепить, потому что тут кондиционер. То есть я планировал здесь вот такое перекрытие сделать. А, у нас и получится сделать такое перекрытие, да? Иди нафиг со своими караванами, я что-то не рискну еще раз куда-то отправляться, что-то куда-то делать. Нет, спасибо, я вот сижу на базе, мне полностью комфортно, меня все устраивает. Все, идите в пень. Мне сейчас по большей части нужен уран. Вот эта штука, я так понял, она бесполезна, мы ее разбираем поэтому. И питомцы все в индюшатель загнать. Я предлагаю разводить муфу, а не индюков. Так, индюшонков маленьких я забивать не буду, наверное. А взрослых вот с удовольствием забью. Потому что с них очень мало падает всего. Мясо и яиц. Яйца не очень эффективны. Тем более они требуют очень много тепла на то, чтобы их содержать. Это, думаю, очень непродуктивно. Поэтому я думаю, забить всех индюков будет верным решением. Это как минимум будет мясо. А сейчас у нас будут муфалы, которые будут слоняться не без дела, но этих и мы забьем, когда они вырастут. Нам сейчас не хватает очень сильно носильщиков. Я бы сделал еще одного дроида. Нам должно хватить компонентов. То есть тупо носильщиков, потому что носильщиков сейчас не хватает. У нас тут даже психин есть. У нас дофига тут алкашки всякой. И она не собирается убавляться, поэтому даже вот это вот маленькое пространство, казалось бы, для алкоголя, его все равно придется расширять каким-то образом. Давайте, пожалуй, его и расширим. Хотя бы вот так вот, но расширим. Сейчас небольшую такую сделать ремарочку. Так, все сделано. Теперь они, думаю, пельмень сможет с этим собраться. Так, вот это вот надо будет разобрать. Потому что это за ненадобностью. И вот это вот тоже надо будет разобрать. Босс, ты уже раз прошел здесь, разбери дверь, пожалуйста. Ну, прошел ты мимо. Мы расширяем область, теперь у нас пиво может храниться гораздо больше. Вот, и носильщик уборщик-то на первом месте. Вперед. Че пошел? Сливает пиво для брожения. А, ну и нормально. Я что подумал, надо было, наверное, здесь вот разместить пиво хранение, чтобы здесь не захламлять. А это помещение почему-нибудь другое пустить. Но уже не пустится.
уже стоит. Так, мы изучили новые турели. Замечательно. Так, тяжелые турели. Что это такое вообще? Защита тяжелые турели. Тяжелая какая-то дальнобойная турель. Давайте все-таки здесь немножечко разберем. Так, главарь наемников по имени Дэвил. Давайте предложим укрытие. Охотник, да? Ты по персоне. Общение. Ремесленник 4. Ну да, ты бесполезный, давай. Зря мы тебя приняли, и беги отсюда. Сейчас дебаф просто всей колонии дали. Ой, как вас много! Я не ожидал. Так, ладно. Встаем сразу на защиту. Так, давайте по местам собрались. Джордан, ты иди туда. Я надеюсь, что... Солнечная вспышка. 3 часа еще идет. Что-то я чувствую, нам пиздец настанет сейчас. Потом отработали. Молодцы, дальше. Отрабатываем. Вот лучше его отработать. А зачем он не сближает дистанцию, если у них снайперская винтовка? Алло. Что-то они нелогичны. Так, атакуй. Спиди, атакуй. Ага. Настреливаю. Блять, об этом я в моменте не подумал. Ну, по идее, у нас сработал наш киллрум, они как раз все сюда ушли. Давайте сюда все придем. А, они выдолбили дверь уже. Ладно, бог с вами. Все, можете разбегаться, тут живых не осталось. Да, понимаю, риск нервного срыва. Селенец сбежал от вас еще, и этот... Все, умница, дроид 1. Пошли, сейчас займемся тем, что будем сжигать их. Убегай отсюда, убегай. Мне вот интересно чисто, 500 градусов, 600, 700 градусов, 900, 1000 градусов, 1200, 1300, 1500, 1700, 2000 градусов. Это максимальная температура, да? Ну это пиздец. Замечательно, давайте также мы построим по покрытию. Лучше давайте мы темный ковер здесь постелим, пусть нам, нашим поселенцам будет здесь комфортно находиться. Что мы от этого теряем? Ничего. Также предлагаю турели, которые здесь есть, мы переставляем назад на блок и ставим здесь тяжелую турель. Ну хотя бы вот так. Что нам нужно? Сталь, пласталь, компонент. Я забыл о вас. Я серьезно о вас забыл. Ладно, пускай вы здесь будете. Думаю, ничего страшного, если я сюда никогда ходить не буду больше. Не случится. Пускай так и будет. Пускай они тут будут. Типа, я не хочу с ним связаться, серьезно. И почему они не заспавнили здесь, для меня тоже загадка. Типа, места мало. Агрессивные животные. Вы все... Охуеть, вас тут... Трой шиншил. Ребята, давайте вы подорветесь. Вас тут очень дохуя. И куда вы пошли-то? Шиншиллы ебаные. Идемте охотиться за этими шиншиллами, которые сбежали. Где вот они? Здесь шиншиллы, я их пойму. Вот они. Спиди, атакуй. Давайте вы вот в эти все разбежитесь. Перепел. Найди эту шиншиллу, зарежь ее, пожалуйста. Вы до одной шиншиллы добраться не можете. Все. Спиди, ты тоже со своей закончил? Да, все. Вот вы выбрали место, чтобы поспорить. По поводу вы поспорили. Бесут о высоких людях. Что неприятные вещи про надежды и мечтания Бёрд. Это вывело Бёрд из себя, и он лезет в драку. Бёрд, блядь. Спиди, что ты творишь? 18 компонентов у нас. Торговцы оружием. Прилетает мимо. Джордан, иди поторгуй. Может, у него будут компоненты, которые мне так нужны. А что у тебя такое медленное хождение? Сильная боль, ослабленное движение, окей. Да иди полечись, алло! Я не знаю почему, у тебя лечение стоит на первом месте, но ты не идешь, не лечишься. Это твои уже проблемы, Бёрд. Я вижу то, что ксионеры затрачивают очень много усилий для того, чтобы производить эти компоненты странные. Вот. И предлагаю тогда их перенести, вот это вот место, где под хранением пива, перенести сюда, поближе к непосредственно к месту, где варят пиво. Все, теперь мы можем полностью удалять этот склад. И у нас поселенцы перенесут все пиво сюда. И не надо будет пиво далеко таскать. Также мы тут теперь строим покрытие из темного ковра.
высокоточный станок. Вот сюда вот он пускай становится. Пока его отменяем. Снайперские турели мы завершили. Давайте сейчас куда-нибудь ударимся. Типа вот сюда, например. О чем я и говорил, ему такие крюки сейчас надо делать. Что просто мама не горюй. А тут мы сейчас небольшой такой склад организуем. Склад, на котором будет храниться все. Так вот, компонент. Вот сталь сюда. И тут еще должны будут пласталь. Вот пласталь, все. С максимальным приоритетом. Все замечательно, мы поставили. И теперь нам нужно провести электричество здесь. Копируем здесь вот эту настройку. Устанавливаем. Копируем вот эту. Устанавливаем. Но в деталях мы не любой мастер, только ксионер. Только ксионер. Вот этот мы разбираем вместе с этим. Также нужно будет шкафчик. Как же я шкафчики-то забыл? Вот сюда вот его переставить.